еще одно стихотворение. Скорее о скуке. Стихи Иосифа Бродского. Сему на синее утро в заиндевевшей раме напоминает улицу с фонарями, толчею сугробы, толчею в раздевалке в восточном конце Европы. Там звучит Ганнибал из худого мешка на стуле. Сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре. Что до черной доски, от которой мороз по коже, так и осталось черт, и сзади тоже. Требезжащий звонок серебристый иней преобразил в кристалл. Насчет параллельных линий все оказалось правдой, и в кость оделась. Неохота вставать, никогда не хотелось. О чем стихи? О школе, о школьнике, да, который собирается в школу, в том числе на физкультуру, да? Ну и на историю, правда? Там звучит Ганнибал из худого мешка на стуле, да? Так, еще. Ему школа это... Надоело. Обрыдло. Она вот здесь ему сидит. Он собирается в нее. По темным улицам, помните, да? Почему темные улицы? Потому что... Потому что мрачный утро. Раннее утро. Будто зимой, особенно. Это зима, правда? Да, темно. Да, темно-синее утро в заиндевевшей раме. Да? Улица с фонарями, помните? Конечно, в такую школу ходить совсем не хочется. А я надеюсь, что в нашу хочется. Ага. Да, хочется. Отлично! Если хочется, тогда милости прошу.